Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Двое весьма агрессивных братьев предстанут перед судом за то, что избили полицейских при исполнении. Инцидент произошел в Кирово-Чепецке в новогодние праздники. Тогда стражам порядка пришлось даже стрелять в воздух, чтобы усмирить дебоширов. Все подробности в рубрике «Сводка». На землю, я сказал! На землю! В Кирово-Чепецке перед судом предстанут два брата, которые избили полицейских при исполнении. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января в Кирово-Чепецке у одного из ночных клубов. 27-летний молодой человек устроил драку у заведения. Конфликт увидели проезжающие мимо сотрудники полиции и собрались забрать дебошира в отдел, однако на помощь ему пришел его старший брат. Оба полезли с кулаками на стражей порядка. Тем пришлось стрелять в воздух. Успокоить пьяную компанию помог другой наряд правоохранителей, прибывший на место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе расследования братья вину признали. Теперь их ждет суд. Кирово-Чепецкая прокуратура заставила Дорожный комитет Кировской области восстановить остановку, сбитую машиной 3 месяца назад. ДТП произошло 12 декабря прошлого года на участке дороги от Казанского поворота до Зуевки. Автомобиль «Черри» врезался в остановку у поселка Ключи. Долгое время павильон на ней не восстанавливали. Местные жители сначала обратились в Дорожный комитет, но там жалобу проигнорировали. Поэтому пришлось пожаловаться в прокуратуру. Надзорный орган постановил, что в таком состоянии остановка ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения. В итоге Дорожный комитет должен будет устранить нарушение. Видимо, очень хотел выпить, а вот платить не хотел 35-летний посетитель супермаркета на улице Московской. Мужчина в синей куртке зашел в магазин, взял с витрины 3 бутылки крепкого алкоголя и прошел мимо кассы. Сейчас подозреваемого в краже разыскивают. Если вы узнали мужчину на видео, позвоните в полицию по телефонам на экране. Самому герою ролика стражи порядка рекомендуют прийти с повинной. Кировские полицейские разыскивают подозреваемого в краже 56-летнего Андрея Куликова. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас он скрывается от органов следствия. Если вы узнали этого мужчину, сообщите по телефонам на экране. Алина Котрихова, место происшествия.